За звание лучших в молодежном первенстве борются 6 команд из различных уголков Ленинского района. Всего предусмотрено 6 туров, которые проводятся с апреля по октябрь. Формат – 5 футболистов в поле и 1 на воротах. Команды поочередно выходят на траву и играют согласно турнирной таблице. За 15 минут, которые отводятся на каждый матч, спортсменам нужно продемонстрировать умение быстро технично бегать и передавать результативные пасы. Рубль первый! Ворот! Навыком метко бить по воротам отлично владеет Арсений Рогозянский из видновской команды «Маслята». И пусть это не профессиональный спорт, и у ребят нет возможности тренироваться на поле, но и сам юноша, и его напарники очень серьезно относятся к своему увлечению футболом. Мы тренируемся несколько раз в неделю. После у кого работа, у кого учеба, приходим на поля видновские и сыгрываемся. А 19-летний Александр Иванов приезжает на турнир уже во второй раз. Спортсмен признается, что для него это отличная возможность почувствовать вкус игры на траве современного поля. Здесь все на высоком уровне. Хорошие соперники, есть с кем поиграть, есть техничный, есть кто скоростью бегает, есть кого удар, кто по массе. Вратари хорошие очень на этом турнире, прям у многих команд. Атмосфера дружелюбная, никто никому зла не желает. Кроме того, на соревнованиях для каждого юного спортсмена есть шанс быть замеченным. Организаторы турнира всегда в поиске талантливых игроков для профессиональной футбольной команды «Видное». Турнир создан с целью привлечь ребят, которые хотят, которые умеют, а даже, может быть, кто-то не умеет играть в футбол, вот, чтобы они этим не занимались на улице, на коробках, хотя в этом нет ничего плохого. Но всем хочется поиграть в организованном турнире, посоперничать с командами, проявить себя. То есть во дворе ты один, а здесь со всего района приезжают команды. Судят молодежное первенство строгие арбитры, которые отмечают не только достаточно хорошую подготовку ребят, но и их желание играть по правилам большого спорта. Чемпионат мира по футболу дал, конечно, толчок. Все сейчас с большим энтузиазмом даже во дворях уже играют, ну, немножко по-другому. И прислушиваются и к судьям, и что-то пытается такое творить наподобие великих мастеров. Призерами тура стали команды «Спарта», «Константинова» и «Юниоры». А победитель молодежного первенства Ленинского района будет определен в заключительном этапе по количеству набранных очков. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, «Видное ТВ».